первой игре много у нас не получалось. Моменты были забить, но не получилось. Такой вот исход. С нулем невозможно выиграть. А по сегодняшней повели 2-0. В третьем периоде чуть поломали игру. Ну вот исход такой тоже. Ну и болельщикам. Болельщикам передаю привет. Очень приятно здесь играть. Видно поддержку такую прям мощную. Мало где такой поддержки. Спасибо большое за поздравления. Ну, во-первых, такие матчи были, как в плей-оффе. Разница в одну шайбу, очень тяжелые. И хотели бы команды поблагодарить болельщиков за эту поддержку, сумасшедшие трибуны. Хотелось бы, конечно, побольше, чтобы пускало, но сколько есть, столько есть. И впереди плей-офф. Какой у вас настрой у команды на предстоящие игры? Ну, какой настрой может быть? Взять кубок, больше у нас пути нету.